Сегодня наше видео будет о том, как разряжается батарея электромобиля в режиме парковки. Наш эксперимент будет с электромобилем Weltmaster EX5. Эксперимент будет длиться не менее 4 недель. И посмотрим, как батарея разряжается, насколько разряжается, сколько теряет процентов. Здравствуйте, дорогие подписчики. В общем, сегодня мы это решили провести, скажем так, замеры расхода в зимний период батареи на Weltmaster. В общем, сегодня 4 декабря 2022 года. Пробег 2491, это общий пробег. Расход батареи 67%, по километражу составляет 279. Для чистоты эксперимента мы сейчас все зафиксируем. Сегодня 4 число. Чтобы вы это не думали, что мы тут занимаемся подтасовками. Сейчас в данный момент погода минус 3 в Алматы. И всю будущую неделю, в понедельник, ожидается снег. Днем максимально минус 7, ночью минус 14. В общем, засекаем, увидимся через неделю и сравним, что произошло. Ну что, здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня у нас, скажем так, вторая часть марлезонского балета. Вот и прошла неделя. У вас это заняло, правда, какие-то миллисекунды. Давайте постараемся пройтись по... Так, что у нас мы имеем? Температура за бортом минус 10. Получается, сколько? 281 было, по-моему. Сейчас здесь 74, 6, 7, 7%. А в процентах, по-моему, осталось на 1% меньше, но 7 километров было потеряно в итоге. Так, ну что, чтобы, как говорится, все соответствовало нашим заявлением по заказу Founder, начнем с погоды. Вот получается сегодня минус 9, вот показывает с понедельника. Ну, следующая неделя, кстати, в четверг уже будет потепление. Так, вот 11 число, время 11:19. Ну, в общем, вот как-то так вот. Так что спасибо за внимание. Здесь, может, еще и через неделю встретимся. Ну вот, пролетела очередная неделя. Все, быстро. Время летит неумолимо. Так, ну давайте зафиксируем, каков сегодня у нас расход. Что же у нас произошло с километражом и ресурсом батареи за целую неделю. Так, ну давайте поближе подведу. Так, 274 было 68, так получается 6 километров убыло. В процентном соотношении мы потеряли 2%. Ну и пойдемся по стандартным опциям, дабы быть объективными в нашем эксперименте. Так, что мы имеем по погоде? Так, сегодня, сейчас в Алмате в данный момент 0. Наступило потепление. И далее, вот всю неделю, в принципе, днем в пятницу только ожидается минус 4. Ночью до минус 10. Такая погода ближайшую неделю. Так, что у нас получается по вот, декабрь. 18 декабря. Видите, машинка стоит уже вся. Покрылась пылью небольшой. В Алмате сейчас потепление. Что не радует. Ну вот, где-то в общих чертах такие результаты.
Ну, давайте еще пару миллисекунд и окажемся в следующей неделе. Так, ну что, вот пролетела еще одна неделя. Позади время неумолимо. Так, сегодня мы делаем очередной замер. Посмотрим, что тут произошло. За 7 дней сегодня все это решил сделать пораньше, так как когда солнце в зените, снимать невозможно. Бликует камера. Ну что, давайте поближе подниму. 63, 263. Так, было 64, по-моему, 264. То есть, ну, практически и там по 1%. Если так путем легких арифметических вычислений произвести подсчет, то где-то в среднем 3 на 2 недели. 6% в месяц, 7,2 в год. Ну, грубо говоря, в таких условиях сезонных где-то, ну, год и 4 месяца сможет машина постоять, если она будет полностью заряжена. Так, давайте переходим туда. К следующим процедурам. У нас получается сегодня погода от минус 11. Сейчас посмотрим на неделю. В принципе, днем плюсовая. Только сегодня наш самый высокий. Завтра еще будет минус 11. Сегодня на завтра. Так, число уже 25. Рождество прошло. Для того, чтобы нас читать, как говорится, не только читатель, а видео. Любитель мог спокойно делать свои личные выводы. Ну, в общем, так как-то теперь... Увидимся только через неделю. Спасибо. Ну вот, потихоньку. И пролетела еще одна неделя. Правда, вот получается, что теперь это уже не 22-й год, а 23-й. Сегодня у нас 1 января. За окном. Ну, это, как говорится, ничего страшного. Тестирование продолжается. Будем работать на наших подписчиков и демонстрировать им, что у нас происходит. Так. Смотрим. 61%. 258 километров. Так. Поехали смотреть аж. Все под снегом. Вчера намело. Хорошо. Так. Вот, все, поехали. 1 января. Смотрим. 1 января. Сейчас. Время 10:50. По погоде на будущую неделю, вернее, наверное. Ну да, если считать, что у нас понедельник начнется. Вот сейчас за бортом минус 3. Здесь почему-то показывает минус 4. Ну ладно, это полградуса туда-сюда разлет. Смотрим. В принципе, в среду опять снег. Ну и вроде неделя не такая холодная. Ожидается. Ну ладно, в общем, фиксируйте, анализируйте, прикидывайте. Всех с Новым годом. И пошел я дальше встречать его. Так, ну что, здравствуйте, дорогие подписчики. Ох. Сейчас вот ради интереса просто решил проверить. Вот. Завтра будет ровно 2 недели после нашей последней встречи. Ну, вот эту буквально неделю последнюю, крайнюю, морозы стояли потом минус 25. Поэтому на этом фоне... Интересно, как там на севере. Какой будет результат? Вот смотрите. 248, 58 осталось. Температура за бортом минус 19 сейчас. А вот сейчас утро. Около 10 часов. Так, вот просто по погоде. Сейчас мы глянем быстренько, какая погода у нас.
в Алмате. Вот. Ну, здесь пока минус 21. Ну, так, в принципе, было всю предыдущую неделю. Ну, вот в воскресенье, наверное, будет потеплее, вот если мы смотрим. Вот эти две недели вот, были такие невероятно. Скажем так, давно, говорят, такого не было. Вот эта дата вот. Ой, блин. Сегодня суббота, 14 января. Вот. Качество не очень. Вот. 14 января. Все, вот он. Завтра будет ровно две недели с нашего последнего, скажем так, контакта. Ну, как-то так вот, видите, держит. Ну, давайте, до встречи.